Всем доброго времени суток, мои уважаемые зрители, с вами, как всегда, видеотеки. Продолжаем записывать DBD. Очередная каточка за Хантреску. Повезло, повезло. Вот такие карты мы любим. Погнали. Пиздец. Ну, как можно в упоре не попасть? Мне кажется, надо все-таки вместо имени скрыться, знаете, ставить фиолетовый аддон на ауры и преследователь. По-моему, было бы шоколадно. Проскочил, блядь. Ну, здесь вариантов у меня... Нет, от слова совсем. Не надо добивать викинга. Nothing personal, викинг. Just business. Да, да, да. Большой страшный фонарь. Анька обделалась, прям в штаны. Ой, хорош. Поверите ли вы, что я именно так и хотел? Да нет, конечно. Что происходит? Читы. Читы. К вам спеша. А вон он идет. Что тебе надо, Анна? Уйди. Опять как-то не так, походу, игра. Не походу, все сурва. О, да-да-да, обиделся.
обиделся маленький. Его теперь будет детская травма. Как же так? Меня охотница закемперила. Ну, расскажи это завтра на уроке своим друзьям. Так, ну внимательно смотрим. Так, в районе люка его нет. Такие ворота сквозные, ключ не найдет ему, пиздец. Какой опять ключ? Чё за пиздец? Игра задолбала этими ключами подыгрывать. Не могу вытащить за уши, да? Так вытащу за нос. Всем спасибо, лайк, комментарий, подписка. С вами, как всегда, был видеотекарь. Всем пока.